Вітаю! З вами Український Південь і я, Людмила Кравченко. Незважаючи на великі досягнення сучасної медицини, інфекційні захворювання під час вагітності залишаються однією із серйозних медичних і соціальних проблем. Сьогодні гість нашої студії – лікар вищої категорії, клінічний імунолог, інфекціоніст Інна Гоголєва. Інно Михайлівно, я вітаю вас. Добрый день. Действительно, показатели перинатальной заболеваемости и смертности являются таким своеобразным индикатором благополучия и здоровья нации. Но, к сожалению, информированность как населения, так и большинства медицинских работников остается не на должном уровне. И по европейским данным, 30-50% медицинских работников всего информированы по этому вопросу, по вопросу ТОРЧ-инфекции. Если говорить о необходимости пациенту найти консультанта по данному вопросу, то это уже совсем сложно. Инна Михайловна, что такое ТОРЧ-инфекции? Ну, если говорить конкретно о слове ТОРЧ, то это заглавные буквы основных заболеваний, наиболее серьезных, которые могут внутриутробно поражать плод. Это на английском языке. Например, буква Т – это токсоплазмоз. Впервые он был описан как причина внутриутробного инфицирования еще в 1923 году. ОО, АЗЭ, другие инфекции. По самым скромным подсчетам их может быть более 2500. Сюда входят и вирусные гепатиты, и парвовирус B19, и различные урогенитальные инфекции, в том числе и сифилис, множество инфекций. R – это рубелла или краснуха. Впервые описание внутриутробного поражения краснухой было в 1941 году, но тогда еще ее называли коревая краснуха. Сейчас мы знаем, что это два разных диагноза – корь и краснуха. И уже каждый студент знает триаду врожденной краснухи. Это катаракта, глухота и врожденные пороки сердца. Следующая буква у нас Си, это цитомегаловирус, самая коварная инфекция, потому что инфицирование может происходить не только плода при острой инфекции у матери, но также и при обострении хронической инфекции у матери. И самая последняя буква – это H, герпес. Сюда входит герпес первого, второго типа, но сейчас эта группа уже значительно расширилась. Всего вирусов герпеса, которые могут внутриутробно поражать плод, 8, в том числе и цитомегаловирус, который считается пятым типом герпес-вируса. Я хотела, чтобы вы сказали про актуальность проблемы. Ну, если мы возьмем среднее количество родов по Украине в течение года, это примерно 300 тысяч. Раньше эта цифра составляла 500 тысяч. Вот из этих 300 тысяч в первую неделю умирает 600 детей. В течение первого года жизни умирает еще 2000 детей. То есть, если мы переведем проценты, примерно 1% смертей. И большой удельный вес в этом проценте смертей составляет и внутриутробная инфекция, примерно 30%. От які фактори можуть впливати на процес внутрішньоутробного інфікування? На внутріутробне інфіцирування впливає дуже багато факторів. Один із основних факторів – це імунологічна перестройка беременної жінки. С первых часов зачатия и до наступления родовой деятельности иммунная система женщины угнетается за счет того, что плод является наполовину генетически чужеродным по отношению к организму женщины. Для того, чтобы он до положенного срока не отторгался, развивается этот механизм иммуносупрессии, так называемый физиологический иммунодефицит. Если женщина приходит в беременность уже с нарушенным иммунитетом, плюс наслаивается этот физиологический иммунодефицит, то риски острого инфицирования и обострения хронических инфекций, уже которые есть у матери, они значительно возрастают. Проблема еще в том, что коррекция иммунного статуса во время беременности практически невозможна,
потому что практически все препараты иммуномодуляторы, они запрещены при беременности. Это вот один из таких факторов, который может влиять. Также может влиять еще и сроки инфицирования, когда произошло инфицирование. Если инфицирование осуществляется в первые 2 недели беременности, то здесь действует принцип «все или ничего». Или идет гибель зиготы. Зигота – это оплодотворенная яйцеклетка. Развиваются бластопатии по типу генетических пороков. Либо же никаких проявлений вообще может не быть. Если инфицирование происходит до 8 недель беременности, то это называется эмбриональный период. В этот период могут отмечаться внутриутробная гибель плода. И вот если у женщины отягощенный акушерский анамнез, то такую женщину обязательно нужно обследовать на инфекции Торч-комплекса. В последующем уже с 9 по 22 неделю беременности, если идет инфицирование, могут быть уже истинные пороки развития, различные аномалии. А в дальнейшем плод уже сам способен вырабатывать защитные антитела против инфекций, и уже развиваются хронические воспалительные различные заболевания. Это может идти поражение внутренних органов и головного мозга, сердца, почек, легких. То есть такие всевозможные могут быть проявления. Также инфицирование может происходить в период родов. Тогда инфекция реализуется в основном через дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт. Могут быть локальные поражения, такие как конъюнктивит, воспаление наружных половых органов. Также может быть стоматит. Имеет значение еще агрессивность самого возбудителя. Имеет значение инфекция первичная или же обострение хронической инфекции. Ну и имеет значение, естественно, пути инфицирования плода. Какие могут быть пути инфицирования? Это может быть путь восходящий из родовых путей, это может быть путь нисходящий из женских внутренних половых органов. Поэтому рекомендуется обязательно санация всех хронических воспалительных заболеваний органов малого таза. И самый грозный путь считается трансплацентарный или вертикальный, или гематогенный. Тогда клинические проявления наиболее серьезные могут быть. Это может быть поражение головного мозга, поражение органов зрения. Еще такой вот очень редкий путь, но он все-таки существует, я думаю, о нем стоит сказать. Это ятрогенный, когда происходят какие-то инвазивные манипуляции. В основном это делается с целью обследования беременных женщин. Это амниоцентез, кордоцентез, исследование пуповинной крови. Ну, тоже существують риски внутріутробного інфіцирування плода. От яким чином, як можна запідозрити інфікування плоду? Ну, прежде всего, конечно, если женщина имела какие-то клинические проявления острой инфекции, мы можем заподозрить. Либо же женщина прошла обследование лабораторное, и по этим обследованиям мы тоже можем заподозрить, что может существовать риск внутриутробного инфицирования. Например, есть такой показатель, специфический иммуноглобулин М может быть положительный к какому-то типу инфекции. Также есть такое понятие, как сероконверсия. То есть у женщины не было антител какой-то болезни, какому-то возбудителю, а потом спустя время появилось. Вот если это случилось при беременности, тогда мы можем заподозрить, что было свежее инфицирование каким-либо возбудителем. И еще есть такое понятие, как авидность антител, то есть это сродство их к антигену. То есть если антитела низковидные, то, по всей видимости, тоже инфицирование было свежее. Это то, что касается лабораторных анализов. Также при проведении УЗИ диагностики, которая делается у нас всем беременным женщинам и несколько раз проводится, тоже мы можем заподозрить внутриутробное инфицирование. Например, могут быть изменения со стороны плаценты, может быть отек плаценты, кальцификаты плаценты, расширение межворсинчатых пространств, нарушение созревания плаценты. Плацента у нас стареет и готовится к родам. Вот может быть преждевременное созревание или наоборот задержка созревания плаценты. Могут быть различные изменения со стороны плода. Это увеличение в размерах различных органов, сердца, почек,
Могут быть изменения со стороны головного мозга, кистых ореоидных сплетений, повышение эхогенности кишечника, расширение почечных лоханок. То есть все, что мы видим на УЗИ плода и нам не нравится, тоже мы должны думать о торч-инфекциях. Які можуть бути клінічні прояви після народження дитини? Важно запомнить, что при проведении УЗИ-диагностики, даже если у нас все в порядке на УЗИ, мы не должны успокаиваться, потому что в дальнейшем у ребенка могут проявиться, например, нарушение слуха или зрения, уже которое будет диагностировано в младенческом возрасте. Должна быть обязательно преемственность между акушерско-гинекологической службой и педиатрической. Такие детки, которые рожденные от торч-инфицированных матерей, должны проходить обследование. И очень важно, если это обследование будет сделано до начала вакцинации, потому что инфекции достаточно коварные, иногда могут отсутствовать внешние проявления, но иметь, например, воспаление в печени, быть гепатит, который никак не увидишь, пока не проведешь лабораторных обследований. Такие детки желательно, чтобы было проведено комплексное обследование. Что именно? Нейросонограмма, это УЗИ головного мозга, эхокардиоскопия, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости. Иногда нужно и рентгенографию провести органов грудной полости, посмотреть размеры тимуса, тоже это может нам дать подсказку. Обязательно сделать общий анализ крови с формулой, сделать печеночные пробы, и тогда уже окулист, глазное дно тоже желательно посмотреть, тогда уже принимать решение, было или нет внутриутробное инфицирование. Ну, естественно, провести определенные лабораторные исследования. Тут что важно знать еще для докторов, то что через плаценту от матери могут проникать иммуноглобулины G, а уже если мы обнаруживаем иммуноглобулин М, либо же непосредственно сам возбудитель методом ПЦР, то это уже свидетельствует о внутриутробном инфицировании. Инна Михайловна, и яка профилактика внутриутробного инфикования? Если говорить о профилактике, то это прежде всего обследование на инфекции торч-комплекса перед беременностью. Обследование обязательно иммунного статуса, коррекция его при необходимости. Если мы выявляем либо свежее инфицирование, либо обострение хронического, тоже проведение лечения. Также необходимо проанализировать, насколько женщина была правильно вакцинирована. Если вдруг каких-то вакцин не хватает, то провести соответствующую вакцинацию. Было бы неплохо определить и степень защитных титров к тем инфекциям, против которых была проведена вакцинация. Потому что, к сожалению, иногда мы считаем, что получили вакцинацию, но на самом деле защиты нет. То есть определяя, например, защитные титры кори, видим, что их нет, краснухи, видим, что их нет. Если этого нет, необходимо повторное проведение вакцинации. Если женщина не болела ветрянкой, желательно провести вакцинацию против ветрянки. Ну и, естественно, против гриппа тоже дополнительная вакцинация не помешает. На завершення нашої розмови хотілося, щоб ви сказали побажання тим, хто нас дивиться, тим, хто нас чує. Я хотіла, звісно ж, всім пожелать крепкого здоров'я, тим більше, що 9 десятих нашого щастя – це крепке здоров'я. І жінкам, які планують беременність, более серьезно и внимательно относиться к своему здоровью, обследоваться перед этим и проводить санацию хронических очагов инфекции, это на самом деле очень важно, потому что внутриутробный период на самом деле он отражается потом на всей дальнейшей жизни человека. Інна Михайлівна, я хочу вам подякувати за участь у нашій програмі, за цю таку важливу розмову. Хочу побажати вам успіхів, привітати з наступаючим Новим роком і побажати вам щастя. Спасибо. А телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні гостею нашої студії була лікар вищої категорії, клінічний імунолог, інфекціоніст Інна Гогольова.